рука на поясі должна бути. Четверта борода направо. Четверта борода направо від сонусу. Спасибо, спортсмены, по этому стать видео. Спасибо. 190, 191, 192, номер 193. Пожалуйста, вратарь. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо. Спасибо, просьба стать менее. Номер 194, 195, номер 196 на передний этаж. Фронтальная позиция, центр пропорций. Пожалуйста, номер 195, номер 196, просьба стать фронтальным. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо. Спасибо, просьба стать в видео. Спасибо. У нас готов первый коллаут. В первом выходе заявлены спортсмены под номерами 186, 191, номер 192. Фронтальная позиция. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо, лицом к себе. Спасибо, спортсмены, пожалуйста, налево. Последняя ваша плеча. Встречайтесь со своей группой. Номер 189. 192. 194. Еще раз, да, еще раз мы на вас посмотрим. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо. Четвертая оборота направо, судя. Спасибо, просьба встать в линию, пожалуйста, за судьёв и участников направо, относительно вам на плечо. Оставшиеся номера 188, 193, 195, 196 на передней край сцены. Фронтальная позиция.
четверть оборона направо. Четверть оборона направо, лицом к судье. Я напомню зрителям, это была абсолютно идиотская категория. Аплодисменты, пожалуйста, за судебных участников. Просьба выйти за кулисы. Налево, если на ваше плечо. И скоро мы узнаем, кто у нас попал в финал. Друзі, так, дійсно, все вийшло, що у нас і фінали, і тепер залишається лише фінал. Так, знаходимося з нашими фіналістами. Номер 186 представляє номер Київ. Наш тренувальний катет «Водвені» за роботи клубом «Піса Спортстар». Тренірують розвідки Кутриков, Ярослав Кононенко. Фіналізм номер 187 представляє город Київ. Стаж тренувальний 4 года тренируються в тренажерном залі «Спортлайн». Тренируються самостоятельно Роман Соколовський. Представляет город Мариуполь на Донецкой области, стаж тренировок 3 года, тренируется в тренажерном зале «Атлет». Тренируется самостоятельно Владислав Кубан. Финалист под номером 190 представляет город Киев, стаж тренировок 3 года, тренируется в тренажерном зале «Айджим». Тренирует его Дмитрий Кравченко, на сцене Владислав Дрозд. Финалист под номером 191 представляет город Одесса. Стаж тренировок его 1,5 года. Тренируется в тренажерном зале «Армстронг». Тренирует его Владислав Федоренко, на сцене Руслан Подопригора. И номер 192 представляет город Сумы. Стаж тренировок 3 года. Тренируется, работает в клубе «Айрон Хаус». Тренирует его Михаил Бастюк, на сцене Владислав Бахтан. Фронтальная позиция. Четверть оборота направо. Четверть оборота направо. Четверть оборота направо. Четверть оборота направо лицом к судье. Пожалуйста, смена номеров, номер 190-192. Номер 180-189. Номер 187-191. Фронтальная позиция. Четверть оборота направо. Четверть оборота направо. Четверть оборота направо. Четверть оборота направо. Лицом. Спасибо, это были финалисты. Шестой результат на сегодняшних соревнованиях показал спортсмен, представляющий Донецкую федерацию Владислав Кубанов, номер 189. Пятый результат у представителя команды города Киева Владислав Дрозд, номер 190. Четвертый результат у представителя Сумской федерации Владислав Махнар, номер 192. Самый лучший!
Звезда и бронза медаль. У представителя команды города Киева Роман Соколовский, номер 187. Второй результат и серебряная медаль. Представитель города Киева Ярослав Кононенко, номер 186. И чемпионом данной категории в городе Киеве в 2018 году становится представитель сборной команды города Одессы Руслан Подобригранов. Друзі, це друга медаль для Руслана на сьогоднішньому чемпіонаті. Добре робить цей спортсмен. Рухати чемпіон України сьогодні. Ну, звичайно, подарунки. Білок є, надаються подарунки. Разом з іншими дорогими марками. Друзі, це предмарки Павлетро, Стронгвіп, Олів, Діодечик, Юзей. Також дякую компанії Амікс. Пані Павлетро,